Правительство Курганской области утвердило соглашение о сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В его рамках регион получит из федерального бюджета субсидии в размере 856 миллионов рублей. Средства предназначены для ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей. Размер выплаты у нас на сегодня составляет 10 289 рублей. Прогнозно в текущем году получателями данной выплаты у нас будут являться 7 300 семей. Глава региона Вадим Шумков распорядился разработать механизм, по которому малоимущие семьи смогут тратить социальные пособия только на детей. Планируется, что средства будут перечисляться на социальные банковские карты. Покупка алкоголя по ним будет невозможна. Если мы тратим с вами серьезные деньги на поддержку малоимущих семей и на именно детей, то все счета, любые счета, связанные с покупкой любых товаров народного потребления, оплаты коммунальных счетов разрешены, запрещается исключительно приобретение алкоголя. Я считаю, что детские деньги должны идти на детей именно. Антон Тиженков, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, информационное агентство «Курган.ру».